Привет. Привет. Все. Да. Сегодня в Международный женский день мы, феминистки Ростова-на-Дону, расклеивали плакаты и раздавали открытки поздравительные и листовки о реальном значении праздника 8 марта. В общем, все круто. Присоединяйтесь к нашему. Мы раздали. Поздравляйте своих женщин и перестаньте им желать, чтобы им улыбались цветы. Вот такие мы раздавали открытки. Большинство женщин взяли. И мы надеемся, что они прочитали. Прочитали, да, и поняли. И вы пришли домой и выбросили тюльпаны. Нет, мы ничего не имеем против тюльпанов. Тюльпаны — это круто, но желайте своим женщинам не только быть красивыми, а быть сильными, да, и решительными. И успешными. Бороться за свои права.